Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня я покажу мощную подборку полезных товаров для вашего автомобиля, которые точно вам пригодятся. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Многофункциональный видеорегистратор на Android, который устанавливается на приборную панель в виде планшета. Устройство имеет множество функций, таких как Wi-Fi, GPS, FM-передатчик и другие. Регистратор выполнен в очень необычном стиле и украшен деревянной вставкой на лицевой стороне. Он может записывать видео с двух камер одновременно в качестве Full HD. Благодаря GPS-модулю его можно использовать как навигатор, например, можно использовать Navitel. Также можно установить SIM-карту для доступа в интернет. В общем, устройство весьма интересное. Еще одним важным инструментом для каждого автомеханика является цифровой динамометрический ключ. Данный инструмент предназначен для затяжки резьбовых соединений на заданный момент. Момент затяжки контролирует специальный механизм внутри корпуса изделия. В современных автомобилях для узлов регламентируют требования по затягиванию резьбы при сборке механизмов. От этого зависит надежность и безопасность в эксплуатации, а также срок службы деталей и точность сопряжения элементов. Моментный ключ – полезное приспособление для автомобиля, которое обязательно должно быть в наличии у каждого. Электролитический ариометр. Со временем плотность электролита в аккумуляторных батареях снижается. Когда этот показатель станет критичным, ваш аккумулятор перестанет держать заряд и, соответственно, запускать двигатель. Чтобы оценить состояние АКБ, важно в первую очередь оценить плотность электролита в ней. Длина трубки составляет 13 см. Прибор подходит для диагностики всех типов свинцовых батарей. Орбитальные шлифовальные машины предназначены для работы с ровными и рельефными поверхностями из разнообразных материалов. Инструмент считается универсальным за счет способности выполнять как грубую шлифовку, так и финишную полировку. Но традиционной задачей для подобных устройств является тонкая обработка на завершающих этапах шлифования. Купить эксцентриковую шлиф-машину можно для проведения авторемонтных работ, для работы с деревом, металлом и пластиком. В качестве оснастки используются шлифовальные круги различного диаметра и зернистости. Они могут закрепляться на подошве шлиф-машины с помощью липучки, что гарантирует удобство и простоту в эксплуатации. Образующаяся при полировке пыль отводится через специальный шланг. Поездки по торпеде мобильного телефона или иных необходимых в поездке мелочей раздражают каждого водителя. Устранить эти неприятные моменты помогут коврики на приборную панель, адаптированные под разные модели авто. Изделия легко очищаются, обладают противоскользящими характеристиками, а также защищают панель от солнечных лучей в летнее время. Комплект поставки – один коврик на приборную панель. При заказе укажите модель своего автомобиля либо иные желаемые характеристики. Накладки на рейлинги или багажник помогут закрепить груз на крыше таким образом, чтобы не поцарапать ни машину, ни ваш груз. Накладки представляют собой вспененный полиэтиленовый материал, который обшит черной непромокаемой тканью. Накладки устанавливаются на рейлинги или багажник с помощью липучек. Длина накладки 59 см, максимальный рекомендуемый вес 20 кг. Датчик света для автоматического включения оборудования при наступлении темноты. Он работает по принципу фотоэлемента, то есть основывается на уровне получаемого света. При наступлении темноты датчик запускает подключенное к нему оборудование или устройство. Отлично подойдет для фар ближнего света, чтобы они запускались в автоматическом режиме, как только садится солнце. Диапазон рабочего напряжения сенсора от 12 до 48 вольт. Температура среды, в которой он может работать, от минус 25 до плюс 70 градусов по Цельсию. В комплекте поставки сам сенсор и отходящие от него провода для инсталляции. Предпусковой подогреватель. В холодное время года прогрев автомобиля занимает больше времени, следовательно, вырастает и расход топлива. Чтобы сэкономить на прогревах, облегчить холодный пуск двигателя и обеспечить себя теплом в салоне с первых же секунд, можно установить предпусковой подогреватель. Он нагревает пластину, которая в свою очередь нагревает антифриз, а насос прокачивает его по системе охлаждения.
Мощность подогревателя 1500 Вт, работает он от 220 вольт. Подогреватель имеет функцию автоматического отключения и включения при достижении температуры 75 и 70 градусов. Есть инструкция на русском языке. Чтобы вещи и инструменты не болтались по всему багажнику, их лучше сложить и закрепить. Сумка выполнена из фетра, поэтому она не скрипит и не издает никаких звуков от соприкосновения с элементами багажника. К тому же, чтобы сумка не ерзала, на ней есть специальные липучки, которыми ее можно закрепить к обивке из ворса. Размер сумки 30 на 15 на 28 сантиметров. Сумку легко переносить благодаря небольшой ручке сверху. Штекер прикуривателя с кнопкой позволяет контролировать питание подключенных к бортовой сети дополнительных устройств. Используется для рабочего напряжения 12 и 24 вольта, длина провода 1,5 метра. Внутри установлен предохранитель на 5 ампер. Комплект поставки – один штекер прикуривателя с кнопкой и проводом. К сожалению, безопасность на наших дорогах находится на очень низком уровне, и ДТП совсем не редкость. Такой брелок-молоток может однажды спасти вам жизнь. Он предназначен для легкого разбития автомобильных стекол. Молоток сделан в виде брелока, это позволяет ему быть всегда рядом с вами и оказать помощь в нужное время в нужном месте. Размеры брелока-молотка составляют 72 на 31 на 15 мм, поэтому много места он не займет, есть разные цвета на выбор. Просто здоровенный набор инструментов, очень пригодится в автосервисе. Качественный инструмент из хромово-надиевого цельнолитого металла. Набор состоит из 408 предметов. Весь инструмент разложен в красивый ящик с несколькими отделами. Выдвижные полочки позволяют быстро и легко взять необходимый инструмент и закрыть ящик. В верхнем отсеке расположены головки и три разных по размеру трещотки. Затем идет комплект накидных и рожковых ключей, а также разводной ключ. Далее вы найдете разные отвертки и множество бит, плоскогубцы, щипцы и бокорезы. В нижней полке расположен молоток, рулетка, нож, мелкие шестигранники и прочее. Вес посылки составит 22 килограмма. Следующий товар – это небольшой компактный стенд для диагностики и очистки форсунок инжектора. Представляет собой станцию, которая подключается к аккумуляторной батарее. Затем подключаются форсунки, на которые подаются импульсы. Устройство подает импульсы с различной частотой, пока форсунка не будет очищена. В комплекте сам тестер, кабели питания и крепления для форсунок. В дорогу всегда необходимо взять массу мелочей, особенно если с вами едет ребенок. Предлагаемый органайзер крепится на тыльную часть переднего сиденья, изготавливается из искусственной кожи черного, коричневого, серого цвета, либо цвета шампанского. Предусмотрено два больших кармана, четыре маленьких, два кармана для бутылок, отделение для салфеток и зонтика. При необходимости может использоваться как коврик под ноги ребенка. Комплект поставки – один органайзер. При ремонте и регулярном обслуживании автомобиля необходимы качественные инструменты. Торцевые ключи используются как профессионалами на СТО, так и автовладельцами для различных работ по обслуживанию автомобиля. Ключи изготовлены из хромово-надиевого сплава, имеют удобную эргономичную ручку. Комплект поставки – один торцевой ключ. Не забудьте указать желаемый размер. Достоинства обогрева стекла вряд ли кто будет оспаривать, ведь при царапинах либо поломке линии обогрева видимость значительно ухудшается. Вместо замены системы обогрева вы можете воспользоваться комплектом для ремонта и быстро восстановить работоспособность системы. Комплект поставки набора – 1,5 мл ремонтного соединения, лента, скребок, спиртовая салфетка и чистая ткань. Тонировка в виде сетчатой пленки, которая клеится с помощью собственного клеевого слоя. По заверению продавца, такая тонировка не поддается измерению прибором на светопропускаемость, то есть с такой пленкой можно ездить и не бояться получить штраф. Единственный недостаток такой пленки – это сама сетчатая структура, которая немного ухудшает обзорность. По большей мере такую пленку применяют для фар автомобиля, чтобы придать более спортивный вид. В рулоне отрезок пленки длиной 106 см и шириной 60 см. Тонировка съемная, то есть ее можно клеить и снимать множество раз подряд. Часы с подсветкой и датчиком температуры. Полезный девайс на приборную панель. Крепится с помощью двустороннего скотча.
Экран имеет синюю подсветку, которая срабатывает при нажатии на кнопку. Девайс питается автономно от собственных батареек, поэтому прокладывать проводку не придется. Есть 12- и 24-часовой режим. Дисплей можно наклонить под необходимым углом. Комплект для маскировки, заклеивания трещин и сколов на стекле. Трещину и скол на лобовом стекле автомобиля получить проще простого. Камешек из-под колеса проезжающего автомобиля отскакивает в вашу сторону и готово. Поврежденное стекло необходимо менять, так как трещина будет расти и этот процесс необратим. Но если трещина небольшая и свежая, ситуацию можно спасти. В трещину или скол заливается специальный полимер, который скрепляет стекло и не дает трещине разрушать его дальше. В комплекте приспособление для закачки клея в трещину, сам клей и лезвие для последующей очистки лишнего. Не секрет, что стандартные пыльники-крышечки на фарах имеют свойство лишаться своих креплений, а потом попросту не прижимаются к корпусу фары как следует и пропускают влагу и пыль, которая загрязняет отражатель и лампочки. Заменой может послужить резиновый пыльник на фару. Продавец предлагает большой выбор размеров, поэтому вы легко сможете подобрать пыльники для своих фар. Размеры от 65 до 100 мм в диаметре. Материал – прочная резина, не трескается и не рассыхается. В комплекте один пыльник. Защита от любителей прижаться во дворе или на парковке, которая может устанавливаться в передние либо задние бамперы. Шипы предлагаются стального либо черного цвета, могут иметь заостренную либо округлую головки. Изделие помогает оценить расстояние до объекта и защитят бампер вашего авто. Защита легко устанавливается, для этого не требуется специальный инструмент. При заказе укажите желаемую форму и цвет изделия. Наверное, такие шипы больше подойдут для европейских городов, где машины паркуются впритык друг к другу, при этом зачастую царапая друг другу бампер. Организовать массу мелочей в салоне, которые необходимо взять с собой в дорогу, поможет тактический органайзер One Tigris. Изготавливается он из нейлона, универсальное изделие может устанавливаться на тыльную сторону передних сидений большинства моделей авто. Основа имеет регулируемые крепежные ремни и 6 съемных отсеков для предметов разного назначения. Подавитель помех и шумов AUX от MPAF. Может использоваться с любыми портативными устройствами, имеющими разъем 3,5 мм в автомобильных и домашних аудиосистемах. Возможно использование с Bluetooth-приемниками и Bluetooth Hands-Free. Комплект поставки – один подавитель шумов и помех. Штатная магнитола автомобилей VAG, которая устанавливается на автомобили Audi, Skoda, Volkswagen и прочее. Размер магнитолы стандартный – 215 на 180 на 130 мм. Устройство имеет поддержку Bluetooth, AUX и SD-карту. Из приятных бонусов хочу отметить режим «Свободные руки». Можно через Bluetooth подключить телефон к магнитоле и разговаривать по громкой связи. Посылка включает в себя магнитолу, адаптер антенны и адаптер камеры заднего вида. На моделях авто до 2009 года выпуска может не поддерживаться управление на руле. Для этого потребуется докупить адаптер. Если вы любите ездить на велосипеде и хотели бы взять его в автомобильное путешествие, а в багажник вашей машины он не помещается, не расстраивайтесь. Вы можете закрепить свой велосипед на крыше автомобиля. Багажник устанавливается в заводские пазы на крыше. Длина изделия составляет 150 см. Багажник изготовлен из металла и пластика. Крепление способно выдерживать вес до 45 кг, поэтому выдержит любой велосипед. Рекомендованная скорость движения с этим багажником – 80 км в час. Небольшая заглушка, которая затыкает разъем прикуривателя. Если вы редко пользуетесь разъемом прикуривателя, не подключаете туда различные гаджеты и вас бесит вечно открытое отверстие, эта штука для вас. Заглушка выполнена из прочного ABS-пластика, имеет текстурную поверхность, окрашена в черный цвет. Длина заглушки 3,5 см, вес всего 7 граммов. Она подходит под стандартное отверстие прикуривателя, не дребезжит и довольно легко извлекается в случае необходимости. Самоклеющиеся пленки сегодня широко используются для декорирования автомобилей, жилых, офисных и иных помещений. Предлагаемый комплект значительно облегчит работу по поклейке тонированной и иных видов пленки. Включает пластиковую лопатку для разглаживания пленки, два вида отрезных ножей и дополнительное лезвие.
Поездка зимой начинается не только с прогрева двигателя, но и с неприятной посадки на холодное сиденье. Сделать посадку более приятной помогут накладки на сиденье с подогревом, которым для набора комфортной температуры необходима пара минут. Источник питания – бортовая сеть 12 вольт. Универсальное изделие может устанавливаться на большинство моделей автомобильных кресел. Комплект поставки – одна накладка на автомобильное кресло с подогревом. Отдельные светодиоды SMD для ремонта светодиодных панелей. Оптика автомобиля время от времени выходит из строя. Например, огни в задних фонарях авто могут перегорать не полностью, а небольшими секциями. В таком случае выгоднее заменить перегоревшие светодиоды, чем менять целиком фонарь. Этот SMD-светодиод имеет мощность в 18 Вт и испускает два цвета – красный и желтый. Подойдет для оптики, где поворотник совмещен с габаритным огнем. На этом все, а теперь конкурс. Я разыграю $10 на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 1000 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Результат конкурса в группе ВК и на моем втором YouTube-канале. Вся подробная информация находится в описании.